Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте моего подписчика Юсуфа, и сегодня у нас роллинг. Аккаунт почти бездонатный, вот так он написал. Аккаунту 4 года. В принципе, немало. Больше, чем я, даже играет. Сейчас посмотрим. Юсуф and Player. Ну, в принципе, да, где-то он был и прав. Доната не так уж и много. Так, находится он в гильдии Радость. Вот так вот. Телега 792, 652, 08, 189. ВК айдишка на экране. Прием от 200. Как, кидайте заявочки, вступайте. Когда-то с ними яростно воевали. На сегодня уже не воюем. Так, окей, поехали, посмотрим, чего у него есть на аккаунте. Так, Некрос, Вольт, ну понятно, Анубиса стрелка нету, Командоры ледяного ПБшки, о, Махатма, Сурика, Ронина, ну думаю, по-любому что-то затащим. Сегодня у нас такой вот коллекционер, ну не знаю, честно говоря, мне он не особо заходит, но для бездоната в принципе неплохо собрать 15 слизней и выбить на 10 героев сразу же улучшение. Это в принципе неплохо. Так. Поехали посмотрим, что у него за 4 года есть интересного на аккаунте. Так, смерть бэвашная, отлично. Бэвашек, смотрю, полно. Бигфутик, хорош, хорош. Неплохой, неплохой бездонатный аккаунт, практически бездонатный. Ну, скорее всего, донат был умеренный за 4 года. Так, понятно. Ну что, let's go. Попробуем ему что-то вытащить. 150 панда кунг-фу, и сразу же череп падает. Ну это мега удача, поздравляю, хоть часть коллекционера у тебя уже есть. Так, одержимый Влад Дракула, тыковка, это неплохо. Еще один одержимый Командора, ну от души. Рождество есть Рождество, поздравляю. Командор отличный герой, думаю, поможет. Поехали дальше. На этом мы не останавливаемся. Суккуб, ну, Суккуб тоже хороший герой. Так, где слизни? Я не понял. Что за Бигфут и Рино? Ну, ничего так, ничего так. Да, круто, круто. Хороший роллинг уже. Это уже мне нравится. Еще одна командора. Ну, ребят, это читерство. Поехали, в рейдики сбегаем. Разбавим эту. Этот скучный роллинг. Тутка, конечно. Ну, падает супер. Поздравляю. Неплохо. Да. Что там, его герои всех поубивали? Говорит, бездонатный. Окей, поехали дальше. Боржей. Атлант. Ничего себе. Бульдозер. Хранитель. Так, фараон, ну что-то второй заходик. Триант и смертушка. Ну. Только один череп. 7-15. Ну да, что-то как-то нехти, я вам скажу. Поехали, надо слиться. Однозначно надо слиться. Сейчас будет по-любому имба. Раз, два, три. Ну, студеный рыцарь имба. Так, ну чё там? Я же говорил, что будет имба. Ну, поздравляю, Франки. И сразу же череп, нифига себе. Это, конечно, круто.
Но мне нужны больше слизней. Посмотрите, что делается. Что это такое? Вот студеный. Давай еще одного бугрома. Нужен студеный. Ниндзя. Друид. Ебой. Ну. Гаргул. Ну что-то, блин, реально печально все. Реально все печально. 10-15. 50к и не хватает войск для атаки. Собрать. 150, 150, я сказал 150, и нифига, Ассурик, ну чё, поздравляю, еще одна имба. Так, рыцарь, ниндзя, паладин, поехала. Осталось нам 3 слизня, капитан Дрейк и Ронин, ну блин, это эпик, ребят. Это реально то, что нам надо. Реально вытащили, блин, кучу недостающих героев. Тимка. Надо еще 2 слизня, 10к. Давай. Дракос. Ну блин. Вот смотрите, сейчас за 8к не вытащим мы слизни. 100% не вытащим. 6к, 31 слизняк. Бугимен. Ну это просто, блин, ну... Так, короче, идем смотрим, что там у нас есть. Бугимен. Раз. Асура Ронин. 2, 3. Командора 4, там даже не одна командора. 4 недостающих героя. Я считаю, это более чем отлично. Ну и вроде все как бы. И вот так его, вот так, ребята. Ну блин, мы, короче, разъебали рендом. Реально, это еще один эпический роллинг, который вы видите у меня на канале. Ну просто от души. И Рибета вытащили. Аж в горле пересохло. Надо за это выпить, короче. Ну чё, ребят. И ещё Сноу в конце. Офигеть. Ещё студёный. Ну чё, поздравляю. Ары, конечно, мы не выбили, но ты, наверное, не особо разочаруешься. Потому что мы вытащили все основное, что здесь надо было. Просто чудесненько. Так, это остались призы. Да, давно я уже не ролил. Это оно. Блин, нафига я тебе эти... Короче, поехали. Ребят! Сколько недостающих имп мы вытащили. Это просто эпик. Ну, это самая имба. Самая большая, которая есть. Ледофен. Командора. Просто изи. Буги. Я сказал буги. Не хочет он буги, короче, вытаскивать. Ну, не знаю. Офигеть. Так, надо еще все остальное подкрывать. Так не пойдет. Подарки смотрим. Четвертый. Тык-тык-тык-тык. Панчбокс. Ебой. Недостаточно места на складе. Ты что, издеваешься? Исцеление. А огонь просто для тыковки. Это вообще топчик, ребят. Так, это нафиг продать. Блин, засрали свои эти алтари. Вот так вот это надо делать. Опа! Ну, нормально. Все четко было. Он не заметит. Так. По-любому он изначально не заметит, потому что он пойдет выбивать. Смотреть, точнее, героев. Ну, такое. Короче, вот такое. Вот так, забираем. Да что вы мне даете всякую... Уфло. Сундук гильдии. Нафига он тебе надо? Использовать, открыть все. Окей, использовать, окей. И тут у нас падает 100 книг, ну блин. Отлично. Так, еще карточки. Так, ну блин,
Самое интересное, блин, карта осталась. Что за подстава? Использовать, окей, акция, тык, гарпия. Ну, гарпия это немножко не то, чего мы хотели. Так, окей. А что это за... А, я думал, эта карта там топовая будет. Ну, ару, если бы, конечно, засчитывала еще раз так ару, это было бы вообще супер. Открыл себе карту. А, вот она. Фух. Что такое? Это можно продать. Вот так вот мы делаем. Ебой, и сейчас будет имба. Еще один Ронин. Ну, чё, это просто, наверное... Очень-очень мега круто, пишите комменты, я не знаю, там лайкайте руками, ногами, реально имбовый роллинг. Поздравляю, у тебя уже есть топовые герои. Все, пишите комменты, подписывайтесь, всем удачи, всем пока.